колени. Народ Донбасса, сейчас мы от имени президиума, от имени всех здесь собравшихся, от имени народа Донбасса, обратимся к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам, жители Донбасса, обращаюсь к вам, как к нашей надежде на наше будущее, будущее наших детей. Вот уже несколько месяцев Украина ввергнута в череду катастрофических событий, которые ведут наше общество к социально-экономическому коллапсу, гражданской войне и расколу. Киевская хунта учредила против русскоязычных граждан репрессии и аресты. В центре современной Европы внедряется практика уголовных преследований по политическим мотивам. Блокируется свободный доступ к информации российским телеканалам. Все эти месяцы мы, жители Донбасса, всеми доступными демократическими процедурами пытаемся выразить свой народный протест против политического курса, который реализует киевская хунта. Мы регулярно собираем многотысячные митинги, на которых люди единогласно требуют от власти услышать глас народа и выполнить требования своих граждан. Однако новая украинская власть не хочет слышать свой народ. Вместо этого против нас проводятся аресты и репрессии. Людям угрожают увольнением, закрытием бизнеса, заведением уголовных дел. Некоторых просто насильно похищают и увозят в Киев, где их потом удерживают в тюрьмах и камерах. Многие наши единомышленники, доведенные до отчаяния, принимают решение уехать в другие государства ради спасения своих семей. Другие наши сторонники готовы бороться до конца и идти на активные уличные действия. Мы не хотим уезжать. Мы хотим жить на своей родной земле. Мы хотим мира и стабильного развития. У Донбасса есть для этого все необходимое. Богатые природные ресурсы, развитая инфраструктура, талантливые и предприимчивые люди. Но киевская хунта целенаправленно ведет нас к войне и разрушению. Мы не хотим этого, и мы готовы бороться за наше будущее, будущее наших детей. Сейчас против нас работает весь государственный аппарат. Нашим землям уже стягивают военные силы украинской армии, которые ставят приказ выступить против своего народа. В этой связи обращаемся к вам, Владимир Владимирович, как к последней надежде на наше будущее и будущее наших детей. Только в России мы видим единственного защитника нашей культуры, русского мира. Только миротворческие контингенты российской армии смогут дать убедительный сигнал киевской хунте, которая пришла к власти через оружие и кровь. Мы готовы бороться и погибать за наши идеалы и за наши убеждения. Но без вашей поддержки, без поддержки России, нам одним будет непросто устоять против киевской хунты, ее неофашистской системы. Поддерживаем это обращение к президенту.